Приветствую, Анна. Ваш вопрос, на мой взгляд, является многоуровневым, ну, совершенно точно не однородным, потому что затрагивает сразу несколько тематик. Вот, и одна из первых тематик это тематика того, что-то изменилось у молодого человека, в первую очередь. То есть изменилось, вот, в первую очередь, именно у молодого человека, не у вас, а у молодого человека. Это важно понимать. То есть, дело здесь не в вас, скорее всего, в нем, но вы почему-то восприняли это на свой счет, что вот у него начались качели, а вы восприняли это на свой счет, типа, что вот, там, значит, это вот что-то вот, я там, что-то вот со мной и так далее. Вот. Но это, конечно же, не такой, как мне кажется, интересный момент, потому что вы, ну, почему-то решили, что дело в вас, хотя, в принципе, может быть, все дело-то ну, все дело-то не в вас, на самом деле, но вот, как-то вот вы так отреагировали на это. И очень важно понимать, почему вы так на это отреагировали. Очень важно понимать, с чем это связано, да, и как бы, ну, что из этого, в общем-то, следует, вот, какой момент из этого следует, потому что ситуация, ну, такая, да, достаточно серьезная, вы по факту предъявляете претензии молодому человеку своему. Вот, что вряд ли можно считать чем-то хорошим и позитивным для вас. Вот. Это такой момент. Следующее. Почему вам не хватает внимания молодого человека? Я серьезно говорю. Почему? То есть я имею в виду здесь, что? Я имею в виду здесь, что? Какой момент? Вам не хватает этого внимания. То есть вам хочется инициативы от именно него. С чем это связано? Очень важный момент. С чем это связано? Чего вам самой не хватает, что вы пытаетесь дополучить от молодого человека. Вот. Понимаете? Это важно. Это важно. Очень важно. Потому что получается, что вы в какой-то степени не самодостаточны. А не самодостаточный человек в отношениях. Ну, это вот, к сожалению, да, достаточно проблемный человек. К сожалению. Вот. Понимаете? Кастук. Вот. Следующее. Вы пишете про то, что у него эмоциональные качели. Эмоциональные качели. Присутствует, когда
у человека, грубо говоря, что-то происходит. Вот, конкретно прям что-то происходит. Это из этого эмоциональной качели. Эмоциональная качели это вот, грубо говоря, адаптация происходит. Понимаете, какая штука? Адаптация. Вот. Ну, конечно, вопрос заключается в том, как долго эта адаптация будет происходить и что будет по итогу, но, условно говоря, вот это, то, что называется, штормит человека, да? Когда человека штормит, вот это, конечно, довольно серьезный момент, и адаптация, то действительно нужно просто подождать, но проблему того, что вы нуждаетесь в внимании молодого человека, да, это проблема ваша, эту проблему нужно решать, потому что сама по себе она не уйдет. Наконец, последнее, как зажечь искру. Смотрите, я думаю, что вам нужно посмотреть на то, что изменилось в вашем поведении, вашей модели поведения по отношению к молодому человеку и по отношению к самой себе. Вот. И это вам может помочь. Это вам может помочь в как раз таки в том, чтобы вновь зажечь искорку. Потому что искра была, когда вы вели себя определенным образом, соответственно, искра пропала, когда вы начали вести себя другим образом, скорее всего. Вот, но вместе с ним определите, чего вы хотите для него, чего вы хотите для себя, у вас это идет в какой-то степени. Параллельно друг другу. Вот, и как бы здесь очень важно, чтобы вы отдавали себе отчет в том, чего хотите для себя и что хотите для него. Потому что если вы недостаточно будете это осознавать, то ситуация будет просто проблемной для вас. И отношения будут испорчены, вы уже на него давите, на человека. Вот. Такая вот история. Значит, дальше. Так, как развить, чтобы инициатива шла больше с его стороны? Зачем вам это? Почему вы хотите, чтобы больше с его стороны пошла инициатива? Понимаете, вы не принимаете человека таким, как он есть. Вы хотите его поменять. Вы хотите его переделать. Это не про любовь. Дальше. Или взаимно оптимально начать дистанцироваться, дать ему соскучиться. Опять же, это больше похоже на манипуляцию. Лучше, если каждый из вас будет заниматься своими делами. Если каждый из вас недостаточно будет, понимаете? Вот. А вам не стоило бы поработать личными границами, чтобы не было такого, что молодого человека то много, то мало. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.